Задолго до начала донорской кампании у дверей мобильного медпункта Брестского государственно-технического университета было довольно многолюдно. Невзирая на ранний час, и студенты, и педагоги уже занимали очередь, чтобы не только успеть на занятия, но и внести свою лепту в доброе дело. Во-первых, это помочь людям, которые нуждаются в крови. Я считаю, что доноры, они считаются почетными, согласен. И вообще, как я наслышан, сдача крови, она очищает организм и она обновляется. Это тоже неплохо. Кто-то из присутствующих уже не первый раз приходит на подобное мероприятие, кто-то решился впервые, несмотря на некий страх перед процедурой. Однако главная цель, которую ставят перед собой доноры – помочь тем, кто в эти минуты нуждается в помощи. Предшествует процессу сдачи крови медкомиссия, по итогам которой дается специальное заключение с грифом «Здоров». И только после оформления необходимых документов донор отправляется в специально подготовленный передвижной пункт сдачи крови. Мы афишируем эту информацию на сайте университета, в кураторских группах. Мы ходим на потоки, рассказываем, что это важно, что это полезно для организма. Кровь обновляется при постоянной сдаче, что это полезно для людей, которые нуждаются в крови, потому что есть ситуации, когда экстренно нужна кровь и определенная группа, и ситуация, что просто негде ее взять, поэтому они понимают, что это важно, и для них важно, и для людей важно. Донорство – это не просто важная миссия для общества. Донор делится своей кровью. Ему же, да, это на первый взгляд небольшая помощь, спасет когда-нибудь чью-то жизнь.